Всем привет, с вами Алексей и мой друг. Мы продолжаем играть в Майнкрафт, это уже четвертая серия. Когда мы выключились, мы когда гриферили, нас убили, мы все просрали, что нам гриферили. Потом пришел к нам админ и дал нам где? Вот, стак дерева. Сам админ, да. И он потом нам дал стак дерева, он ко всем приходил. Волкодав. Пойдем опять там сейчас смогу, потому что не нужно это сейчас. А уже все, время прошло. Вещей ты больше не увидишь. А я знаю, а мы еще раз там подождем, что это такое. Ну нахуй, я боюсь, блядь, еще забанят. Пошли. Все, пена может забанить. Я слушал, он меня не узнал, вот там. Когда мы были в том доме, он меня не узнал, что я... Тут это мы с тобой вдвоем работали. Он же видел, кого убил. Он тебя убил? И тебя он убил. Не, меня он не убил, я-то успел спастись. А тебя он убил. Потому что меня это же просто мочит. Он админ. Пойдем еще раз. Я не пойду. Пойдем это что-нибудь нормальное. Пойдем в шахту, например. Да мы, кстати... Там камни. Давно в шахте, кстати, не были. Потом. А я сейчас пойду. Ну, ладно, ты будешь в шахте, а я это... Несколько тут. А я в шахтушку пошел. Мою любимую шахту я иду. Гуляю, гуляю я в шахте. Гуляю я в шахте моей. Давай портал в ад пока сделаю. О, все, я сейчас буду делать портал в ад. Да, дорогие зрители, прям в ад, прямиком в ад. Ты что, делаешь портал в ад? Да, сейчас буду делать его. У меня же это... У меня обсидиан же есть. Хоть бы меня ад не засек, как это смогло. Это что? Дерево выросло наше. Сколько надо? Надо зеленую шерсть брать? Да. Бери. Всю бери. Я понимаю, дух меня одну засекёт. Раз, два, три. Блять, я не так сделал, мне нужна алмазная кирка. Фак. Блять, мне алмазная кирка. Сейчас, админ. Всё, я бегу сюда. У меня 6 зеленых шерстей и 17 оранжевых. Подойдет? Нормально. Я еще там бомб поджег. Да не хватит. Я гриппер. Нет, не гриппер. Я просто. Я буду после крана всем любых. Ай, бля. Ты где? Я здесь, я, блядь! Ребята, это супер серия лохов. Смотри, мне нужна алмазная кирка. Пойдем за алмазами. Пойдем искать алмазы. А то мы не построим портал в ад. Я в доме, я сейчас буду делать это. Ну, блядь, зависло. Сервер завис. Ой, да блядь, заебал. У меня тоже зависело. Все, теперь отвис.
Все, короче, я пошел в шахту, мне заебало сидеть здесь. Пойдешь со мной? В шахту? Да. Сейчас. До алмазов. Нам нужны алмазы, чтобы портал мат построить. Возьмите пул. Угу, бери. Так, так, так. Что, так, сейчас. Так, так. И алмазная кирка. Так. Какая алмазная кирка? У нас нету алмазной. Ой, всё. Каменная. Каменная? Да. А у меня железная. А у меня железная тоже. А я? Взял. А ты с обрыхтыкила взял? Да. А у меня этих трех. Сделай их, что я тебе не хочу давать. Сам делай, мне самому не хватит сейчас. А у меня нету. Ай, пофиг. У тебя сколько стекло? 23. А, о, тогда тебе. Нет. Ты где, в шахте? Да. Ага, все, тебя вижу. Я в шахте. А теперь видишь? Да, я тебя вижу. А сейчас? Я вижу через камни твою надпись. Мини-фильм. Нет, кстати, не вижу, ты где? Хе-хе-хе. А, все, вижу, я нашел, где ты показываешь. Так, 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 где тебе? Вот это, да? Ты поставь тут хоть это. Что ты делаешь? Копаю. Поставь тут хоть эти. Светло. Не светло. А мне светло, я поставил на максимум текстурки. Так что мне светло. Да ты не... Ты какой ломаешь? Каменную ломать надо, железную. Руду. Ага. Ты чё, нуб что ли? Ты как нуб сейчас выглядит? Нет, нет, ну ты мудак. Там сзади тебя кто-то есть. Админ, я видел его. Я видел его трусики. Я видел его трусики. Нет, а админ-то другому выглядит. Его зовут Бугуру какой-то или что? Вот он, вот он. А, смотри, иди сюда, вот возьми. Вот, это админы. Это админы, не бойся, это админы. Все, они ушли, я бы сказал, уйдите, пожалуйста. Вот они и ушли. Шипа? Что делаешь, что меня бьешь? Кто? Пошли за обидным. Я не хочу, они нас потом забанят. Или кикнут. Я не хочу быть. Блядь, я упал! Я нашел пещеру. Пещеру? Нет. Конечно, чтоб самому найти пещеру нет, а чтоб пойти, блядь. Долбоёб. Ой, долбоёб. Ну сам иди бери. Тебе надо жрачку, ты иди бери. Мне это не нужна одна. Будет хорошо, если я найду алмазы. Копай, я пойду в другую сторону. Там еще железо. Здесь рацетон, Леха! Как? Рацетон, он красный? Да, он весь красный. Не трогай его! Только железной киркой его можно сломать. Где он? Да, это рацетон. Молодец, молодец. А зачем нам раздатчик делать? А, раздатчик? Да, раздатчик, чтобы ловушку делать для мобов. А чем раздатчик будем заряжать? А, стрелами. А ты его умеешь раздатчик делать? Да. Нет, не умею. Я тоже не умею. Потому что я не знаю, как ты будешь его делать. Мне он нафиг не нужен. Я не нужен. Что? Не нужен. Ну вот ты и будешь делать. Ладно, я тогда пойду. Смотрю в интернете, как делать раздатчик. Долбоёб, блядь! Скелет долбоёб, скелет долбоёб.
Кто долбоёб? Скелет долбоёб, вот и ебошка. Железо, знаете, сколько железа уже? У меня уже 18 желез, 20. 21. У меня 21 уже железной руды. Нихуя, тут еще железо. Здесь знаешь, сколько железа? О, пик, мы это все. У тебя же сундук запиваешь? Да. Его невозможно сломать? Только ты можешь его сломать, и я. Ок, а тогда где сам пик? Пак. Я пойду в дом, положу все эти вещи. Здесь одни. Что они с одним делают вещи? Просто ходит, наверное, смотрит. Да, у него скайп попроси. Поговорим с ним. И он узнает, что мы снимаем летсплей, блядь. Был какой-то один школа, вот. Да, наверное, школа. Кололо, блядь, трололо, нахуй. Трололо, я школу. Домашку не сделал, сидит там. Пешеком, блядь, дуба. О, я вижу волкодава, он побежал, я за ним. Ой. Чего? Вообще все вещи? Как? В сундуках есть вещи, что ты паникуешь? Есть, но вот их где-то там нету. Ну, блин, где здесь это шерсть? Я же здесь тоже шерсть. Ну вот здесь в сундуке шерсть. А, это они помогли нам построить, видишь, они достроили. Вот. Ага. Спасибо. Так, мне нужна кирка железная. Если я золотую, то хуй сделаю. Зачем? Золотая, ну знаешь, как быстро ломается? Золотая быстро ломается? Да, ты сломаешь 10 блоков, она уже сломается. Ну, я ведь так и сделала для тебя. Золотую? Да. Не надо, ты дурак, зачем золотую делать? Ты дурак, не. Ой, ты дурак. Она сломается быстро, не делай больше. Я сейчас только железо сделаю. Не трать зря. Золото. У нас мало же. Ой, мало кирки. Конечно, мало. Да, вот сундук большой. Большой сундук. В большом сундуке, блядь. Давай закрыть. А у него что, креатив есть? Блядь, он админ. Да, у него креатив. Он сломал, блядь. Я сломал, блядь, быстро. Я пойду за ним. Где там? А где там, по-моему, же? В большом сундуке, блядь, ты даун. Я в сундуке не нашел. Конечно, бля, ты не можешь ничего найти. Ёп! Я не могу! Сука! Подожду, блядь, уебал, бля! Беги, беги! Вася, Валя! Ай, блин, он меня убил! Сука, я нашел твои вещи, вот они, твои вещи. Какие мои вещи? Я не буду твои вещи брать, иди ко мне, возьми их сам. Ой, тебя вообще пусто. Ну, ты знаешь, понял, как-то я его обогни еще чуть-чуть, вообще, как так? Все твои вещи здесь лежали, все. Все хорошо, все мои вещи. Без штанов так убегаешь. Видишь, топор не умозит, скажи ему, пидорас, он тебя сразу забанит. Больше мы с тобой не увидимся, не надо говорить ему. Нельзя! Я пишу адрес. Ты зачем меня убил? А, ну тогда нормально. А я пока пойду, покупаюсь.
Грин. Все, я крутой. Боюсь. Побежали. Не, мне сыкотно. Закрой глаза. Блять, я не могу закрыть глаза, я вообще не моргаю. Ой, блять. Я кольца нашел. Прикинь, я прыгнул, я курицу нашел на дне. А почему здесь так это? Потому что ты не умеешь делать, это ты так сделал. Я нормально сделал, тут было все хорошо, на чем я бегала, шарик и погибаю. Давай, еще раз мне скажи такое. Блять, пошел нахуй. Давай договоримся. Давай договоримся, бабосу дай. Пошел нахуй, братень. Вот такой тебе, братень. Давай в этот джакузи твои вещи. Возле джакузи и не бей меня больше, а то я приду лично к тебе. Давай иди, блядь, бери вещи свои. Сейчас возьму. А, чёрт, его дядя. Твоей шапочки нету. Я сейчас тебя прибью. Дай шапочку. А, я не знаю, где она. Вниз спустись, там кирка. Все, шапочка, наверное, внизу. Да, шапка внизу. Прыгай, она внизу, шапка. Шапка в бассейне, блядь. Черт, у моей шапки мало осталось. Деронима, блядь! Тип-топ, хуя, хок. Я быстрее, блядь, тебя забрался. Не лезь ко мне больше. Хорошо, не буду. Это я тебя. Я шучу, это не я, это как. Ой, железо пожарилось. Сейчас так и буду. Я пошел это... Дрочить. Извини, что на камеру сказал. Простите, что я на камеру это сказал, но... Ну, пришлось. Где мой лук? Я нашел алмазы добывать, а что? Ну, где рыбцом? Вот в большом сундуке. Вот он. Где рыбцом? Не вижу. Вот вижу, где я нашел. Ладно, я сейчас вижу. Посмотрю, ты меня поохраняй, Лукай. Я здесь буду. Ты где? Что будешь смотреть? А где вот рыбцом? Я вот тут буду стоять. Поохраняй меня. Угу. Закрыл дверь, все охраняю, блядь. Все, блядь, охрана сделана. Я его, знаешь, лишь куда поставлю этот раздатчик со стрелами? Никогда, блядь. Ты да? Ну, вот сюда смотри, где я стою. У нас обрабатываются старые части. А он тут сейчас будет хуйней заниматься. Страдать всякой болезнью. Ждешь, да? Морковку, я зайца, блядь. Я зайчик, нахуй. Морковочка же я. Я дал боёбчик, зайчик. Жопу посмотри. Может, мне скриншот показывать? Нет, блядь, тебе на видео покажут. Как сделать только один предмет. Как сделать пулемет раздать? Пулемет раздать? Как сделать просто пулемет там, это надо много редстоуна, репитеров. Я не знаю, как сделать редстоун. Как сделать редстоун? Нет, нужно... Минутка долбоебства. И с вами была передача «Минутка долбоебства». Пока. Я горю, меня кто-то поджарил, лёг. Я иду, я просто из дома вышел. Волкодав, он сюда ногу поставил! Она исчезла. Ты что ты? Он лаву поставил! Помоги мне вылезти! Ты где? Дай помочь мне под землей! Ты перезайди, ты у меня не под землей. Волкодав, хватит! Я сейчас прибью этого, подумаю.
Волкодав, хватит! А ты тоже долбоёб, блядь, ещё тот. Хватит ломать блоки, заебал! Перезайди! Я, блядь, испортил текстурку. Блядь, долбоёб. Взял свои вещи, вон в яме взял, пошёл. Вот сиди там, сука. Давай, заделывай. Ещё давай, ты же ломал. Даун, блядь, даун. Нахуй, пожалуйста. Иди нахуй. Волкодав вообще охерел. Суп подам, блядь, на админа. Да, блядь, вон он летает, сука. Сейчас бы я его ёбнул. Надо у него скайп узнать. Я пойду на спавн, узнаю его скайп. Скайп админа как раз там есть. Висит на стенке. Сейчас я узнаю, ему всё расскажу, блядь. Админу, что делает с нами админ. Я на спавн. Блядь, сука. Не лаву поставил? Не лаву поставил. А надо было поставить, да? Бля, ну чё за ебанутый серый? Пусто, 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 пусто. Пусто. Полы, блядь. Эх, эх, ах, да. Ура, он добивать его, наконец. Что? Это просто волкодава, у волкодава лук. Да, баёптик. Как на ней? На ней. Ну, один. Если вот лука здесь нету, тогда я этого отбили. Где мой лук? А мой в сундуке маленьком, он там справа. Мой справа лежит, погоди. Сейчас посмотрим, ты не мой ли случайно взял? Нет, ты не мой взял. Нету там его скайпа. Пошёл ты нахуй. Да я его сейчас голыми руками, блядь, порву. А, сейчас, погоди. Подми. Хе-хе-хе. Сейчас мы, братья, не узнаем. Подписчики, мы сейчас узнаем. Не просто зрители, которые не хотят подписываться. Узнаем его скайп. Он, блядь, сейчас придет, нас покарает. Ну нахуй. Я боюсь его. Я боюсь. Что ты написал? Админ. Да. Я буду снимать прохождение Dead Space 3, Walking Dead, все 5 эпизодов. А ты что, походишь в Майнкрафте? Что? Походишь в Майнкрафте? Нет, это я говорю на будущее, что буду делать. Что буду снимать. А я буду играть в Postal 3. Ты будешь снимать Postal 3? И играть в него. Молодец. А у меня вот Dead Space 3. И Walking Dead. Первое буду проходить. Смотри, он призрак. Я... Чё такое? Чё такое? Алмазный бумаг! Бери железную кирку, ломай. Это у нас ведёт куда-то. Это у нас... Бери железную... Алмазы, блядь, это алмазы, ломай! Ломай быстрее, блядь, долбоёб! Ты дурак, быстрее взял бы, уже сломал! Я уже ломаю. Всё, сколько у тебя алмазов? Быстрее алмазов. Дай мне их, дай быстрее их мне! Быстро мне кидай! Всё, у меня 4 алмаза! Блядь, мы сейчас сделаем, спасибо, админ, я же у него просил, он долбоёб, блядь, он хороший парень. Хороший долбоёбский парень.
Хоть типа за ним кто-то пойдет сразу. Ну. А может это не админ был? Сейчас админ придет, он нас все заберет, прикинь. Так что давай не будем говорить, а то придет злой админ, вот этот вот. Эй, а он не знаю. Смотри, еще раз появились. Еще алмазы. Сейчас алмазные это доспехи сделаем. Смотри, где сколько алмазов. Собирай их сейчас. Я алмазный киркой уже ломаю. Сейчас алмаз. Да, я говорю, такое это. Как... Блять, лава! Да, у меня кирка. У меня алмазная кирка сгорела! Ребята, да что с нами-то? Почему он с нами так делает? Блять! Я, блядь, я не знаю, что происходит, блять! Что за нахуй? Я просрал алмазы, кстати. Но у меня есть один алмаз. В сундуке лежит. Быстрее сюда плыви. Быстрее в воду прыгай. В воду прыгай. В воду, блядь, долбоёб, прыгай. Я в воду прыгаю, всё. Алмазы. В сундук положи их. Блять, я горю! А! Подожди, я пойду и пойду с человеком, потому что я умею сказать. Так. Быстрее! Прыжок, блять! Прыгни! Черт, я смотрю! Все мои вещи сгорели. Зато один... Вот, смотри, вот алмазные блоки снова появились. Я за киркой железной. Железную кирку бери и пошли. Один алмаз лежит в сундуке. Короче, знаешь, сейчас это подбираем алмазики. Ух, ебать, сколько тут алмазов. А, сука, подъебщик, сука. У меня есть один алмаз. А у меня два алмаза, появился свои последние запасы. Тихо, тихо, сейчас осторожно, Кирилл, не столкни меня, у меня есть один алмаз. А ты нельзя. Я положил второй алмаз на место. Я... Да, у нас два уже алмаза есть. Нет, у меня еще один три алмаза. Быстрее домой. Домой сразу, пиши ТП. ТП пиши, блядь. Что писать? Хом, хом пиши. Дом. Блядь. Тут расстрел идет, сука. Он сломал нам дверь, кстати. Железная. Okay. Ты хом пиши. Ты долбоеб хом пиши. Хом. Ну, блядь, дом пиши, телепортируйся домой. О, ебанутый. Вот как ты все время телепортировался? Вот такой. Вот это да. У меня никто не закидывает. Я вообще, блядь, не тронутый. Золушка, нахуй. Все, блядь. У нас три алмаза есть. Они в сундуке лежат. И еще как писать, чтобы телепортироваться, напиши карту. Вот, я написал. Блядь, ну ты все время же телепортировался и забыл. Ты же... На сундук клади, это справа, который... Ой, если это... Справа, я да. Буду... Справа большой, который. Я по пятерку сделаю, потому что у нас пятерка. Так, у меня еще два есть алмаза. Спасибо, он добрый. Ну, какой ты степень? Он не топ, а у нас друг, у нас топ поджег. А мне похуй, зато я алмазы нашел. Похуй на алмазы. Тебе, блядь, долбоёб зомби! Сука, сгори в аду! В аду, тварь, гори!
Я очень добрый, да? У меня еще три алмаза есть. У меня еще три алмаза, прикинь. Сейчас сделаю две, это, алмазные кирки. Хочешь алмазную кирочку? Лови за тебя. Он сломал наш портал. Нет, сука, он сломал портал, я же его почти достроил. Сука, зачем он тогда алмазные кирки, если он сломал портал, сука. А где этот портал был? Он его сломал, он возле бассейна был. Расскажи, как получить обсидиан? Я знаю, вода и лава. Я же не лук. Вода и лава. Да, блядь, в курсе, это у нас единственный, блядь. Давай его убирать. Я не знаю, как даже. А я вот знаю. Так. Вот так. Водой, блядь, убираем. Делаешь. Сюда в воду прыгай. Сейчас обсидиан найдем. Здесь еще есть. Я сейчас подолблю несколько. Так, подожди. Надо заделать этот. Так. Ёбанечка погода. Блядь, школота какая-то нахуй издевается над нами. О, есть один обсидиан. Ух ты, вот обсидиан появился. Смотри, тут обсидиан есть. Тащи кирочку. Я тебе больше не дам. Там другая моя. Там это моя. Я не хочу. Я тебе больше не дам, то и ты эту просрёшь, я тебя знаю. Я знаю, где ты живешь. Хочешь, всем расскажу? Весь мир узнает. А где ты живешь? Где я живу? В доме, блядь. Угадал? Почему я не могу телепортироваться? Я еще один алмаз. У нас сейчас в сундуке будет два алмазика. Два гребаных алмазика. Нам два разика. Это, я сейчас один нашел. А в сундуке еще один, значит два будет. Чтобы сдохли под ним. Ага. А потом кто будет серваки включать? Что будет включать? Включать, кто сервак будет. А куда ты алмазик тот дел? Вот. Положи его в сундук, он там. Я еще один туда положил. Я пошла добывать булыжник. А я буду добывать. Это я сейчас портал в ад сделаем. Это будет наша новая цель, ребята. Новая цель. А как ты булыжник? Обсидиан только алмазной киркой ломать. Я уже иду. Я иду, алмазик. Я его взял. На, бери. Как раз тебе на кирку еще хватит. На, бери, блядь. Долбоеб, ты куда побежал? Не понял. Чего не понял? Ничего, ничего. Так, где палочки?
этих что, нету, что ли? В жопу. Дерево у нас за домом, если что, есть. Еще один алмаз я вижу. Еще один. Прикинь, я еще два алмаза нашел. Молодец. А вот если бы ты сейчас не просрал кирку, мы бы... У нас было 5 алмазов. Блять, еще тут волкодав зашел. К нам админ волкодав. Он вон наверху. Он вон наверху. Видишь его, Ник? Короче, не подавай виду, что у нас есть алмазы. Не доставай кирку у него на виду. Понял? У нас нет алмазов. Я только хожу с алмазами. О, здесь что, получил, что ли, бывает? Все. А что он издевается в общем? Он ушел. Может, он нас проверяет? Сможем ли мы стать админами? Мы, и мы прошли это, кстати, проверку, я это знаю. Заебал, заебал меня админ, заебал, заебал меня админчик. Долбоёб, ой ты долбоёб, ой ты долбоёб, я это знаю. Ты админ долбоёб. Админ долбоёб, я это знаю. Здесь есть зелье какое-то, что это за зелье? Взрывное зелье, вредает. У меня есть. Не надо его. Кинешь, что это за... будет... Если ты в меня кинешь, мне будет плохо, я отравился, прикинь. Он заметил меня. А, сервер лагает. Я готов умереть. Я все в сундук положил. Я не выживу сейчас. А я знаю. Да он хороший сервер, только вот админа долбоёбы. Я тебя убил, не благодари. Зачем? Не знаю. Зачем? У меня вены закончились отравления, теперь вводи мои кирка. Я пойду. Я нашел две кирки твои. А кстати, у меня еще отравление идет, но я... У меня жизнь не троится, прикинь. Все, две мои кирки. Блять, у нас нету! Ломай дверь! Дверь ломай! Дверь! Ломай дверь! На булыжник сделали, из булыжника нельзя, из камня! Ломай дверь! Ты что делаешь? Дверь, блядь, сказал, ломай! Да и блядь, не туда поставил! Я открыто дома! Блять, крипер! Вот вещи твои. Чёрт, что за фигня бывает? А чё у вас? Админ нас не любит. То, что ты читерил. Крипер, блядь, ты Кирилл нас угробил. Кирилл, ты нас угробил. Хе-хе, махани, сука. Ты нас угробил, если ты не читерил бы, то этого всего не было, сука. Ребята, давайте как-нибудь это решать. Забаним, блядь, админа. Только как? Как забанить админа? Google, может, поможет. Как забанить админа? Админ достал, сейчас он придет, тебя убьет. Хас нас убивает. Ты что нас убиваешь? Он с крипером под боком не делает. Это мой обсидиан, моя прелесть. Моя, не волнуйся. Блять, у тебя тоже есть. Он некоторым помогает, а некоторым вредит. А вредит только нам. Окей. Да, я-то знаю. Да, я пошел строить.
меня... Блять, это кто построил? А, чешуница, видать! Чешуница! Пошли нахуй! Да? А где обсидиан весь? Я их убью, блядь. Там крипер за дверью. Ну нахуй, я ебал вас в рот. Блядь! Обсидиан где? Где ёбаный обсидиан? И алмазная кирка. У меня один из обсидианов. А алмазная кирка еще одна. Землей будем жить. Давай всю еду хватай, и мы пошли отсюда, понял? Еду только... Хватай еду. И это, припасы, которые нам понадобятся там под землей. Сейчас он ломает сундук? Не надо. Бери только нужные вещи, а не все подряд. Хавку бери. Все, что нам поможет, и там выжить. Я взял все, что нам поможет. Я взял все, что нам поможет там выжить. Мы можем уходить. Взял кирку алмазную? Ты взял это железо, золото. Железо взял, золото не надо, это фигня золото. Золото ты не сказал. Золото это фигня, оно знаешь как быстро ломается? Все, я все взял, что нам нужно будет. Иди сюда, я тебе покажу, где мы будем обустраиваться. Ты где? Ты под землей уже? Да, меня было сегодня. А ты под землей? Да, под землей. Я иду к тебе, стой на месте, я иду к тебе, я вижу твой ник. Все, я вот он. Да, иди за мной. А мы одежду не взяли, а у нас одежды и не было. Он взорвал всю одежду. Он взорвал. Ничего, у нас железо есть и кровати. Я кровати пожрать взял. Я кир... Пусти меня. Я кирки взял. Так, это будет проход туда, на шахту. Он может прийти, давай тут все зароем. Ты что ты делаешь? Ты взял спички? Да. У нас только 9 осталось. Но я взял доски и уголь. И кровати еще взял. А я там... Он здесь. Я... Да, да. Ты кровать хочешь? Он здесь. Я вот здесь поставил кровать. А, ну ладно. А я сломал кровать. А ты где? Ты у меня вообще внизу здесь стоишь. Сервер. Я выхожу из второй, а опять захожу, потому что я что-то опять заключу. Вот он, ты внизу, да. Я здесь. Это админ, готовься. Он близко. Давай, вот, все, здесь кроватки лежат. На тебе. Кирилл, лови. Что? О, лук. Ты мой лук, спасибо. Это не мой лук. Ну, отдай тогда его. Извини, я нечаянно запущу тебя в стрелу. Вот, туда. Отдай да. Лук. Это не твой, это не мой лук. Лови твой лук. Да, это мой лук. Давай будем охотиться на посту. Ага, где? Под землей, блядь. Блять, ребята, это... Ну это не... Это, смотри, я тут крафт поставил. Давай одежку себе сделаем. А где будем строить это... Интересно, что будем наверху? Подожди. На вот эти обсидианы. Может, лови. Что это? Одежка. А, я... а, спасибо. Моя поменялась. Все. А вот это лишнее. Это твое. А у тебя откуда? А у меня как-то две. А у меня еще, у меня тоже появилась еще одна. Вот у меня. У меня еще одна шапка появилась.
сейчас за нами админ наблюдает. Ладно, мы оделись. Давай осторожно, ставь сундучки. Ставь сундучки. Все. А ты это активируй это. Блять, приват убери. Что? Убери приват сундука. А, сейчас. А как я забыл? Я тоже забыл. Прикинь, здесь админ кого-то еще убьет. Да? Откуда ты узнал? Блять, сука, он на всех угробит. Мы обречены. Он близко. Мы обречены. Хочешь кушать? Нет. Не хочешь? А у меня вопрос, где мы будем выращивать все? Нигде у нас пока что... Подожди. Удачи сходить. А где еще тапочки? Сейчас, погоди. Так, давай. Сундук пихай. А как сделать? Сделать что-то, телепортировать сюда. Сундука. Сейчас, да. Погоди, я это. Как сделать? Что сделать? Напиши хом. Хома, напиши. Хом. Ой, я в поле своего дома. Вот. Я знаю, что днём. Днём печка. Ой, печку забыл, бомбаню. А она есть у нас. Ты цветочки забыл. Нахуй они нам нужны? Забыл. Ты знаешь, ты ничего не взял, ты другие еще меч, еще столько секунд, еще столько. Знаешь, как ты здесь забыл все было? Ты же 6-7-8. Я не помню. Я спать был как бы. Как мне сделать, чтобы твой дом не так сделал? Спускайся ко мне. На так подберешь. Как сделать? Спускайся к нам и все. А как это делать так, чтобы не подходить? Спустись, а потом сюда, и здесь надо написать set home. Кирилл, напиши вот так вот. Сейчас я тебе скажу. Давай. Без точки, а потом правой кнопкой. Когда вот это напишешь, правой кнопкой мыши по сундуку своему стукни. И правой кнопкой, правой. По сундуку потом хуйнешь. Так. И правой кнопкой по сундуку хуйну. Правой кнопкой. Нет, нет, я буду кнопку. Сейчас, секунду. Ну, написал? Вот так вот. Да. Все, все, молодец, спасибо. Теперь я вижу, что тут. И ты мой можешь открыть сундук. И печку мою можешь открыть. Я еще там. Я возьму все, что он только понадобится. Ну что, жить будем? Давай закроем лучше. Давай закроем проем. Напиши, вот так напиши. А я спать.
Написал? О. Я тоже написал здесь set home. Я пошел наверх. Смотрю, как там живется. А у меня алмазная кирка. У меня же алмазная кирка с собой. Пойдем, я это. Возьму там еще что, кое-что. Нет, я иду. Все, ребята. И, блядь. Ты куда пришел? Все, давай сейчас это. Я собираю факел. Давай, руби его. Ой. Я его взял. Взял? Да. Все, давай пиши это. Хом. Молодец. Я сейчас приду. Сейчас тут все до конца заберу только. Все, я дома. Все, я пришел, я никогда была в трюсе, я просто есть хотел. Я взял их как ты. Ну давай лучше ведь поставить спрашивать. Эй, зачем ты тут делаешь? Сделай кнопку. Сделай кнопку. Зачем нам кнопка? Ну я здесь поставлю железную дверь. А зачем нам кнопка, вот я и говорю. Я сделаю железную дверь. Я плит сделаю. Все, давай ставь железную дверь. Так, зомбаки в кухне. Что? Зомбаки в кухне. А что это такое там? Что это такое? Что это такое? Ладно. Что это такое? Это игра. Что это такое? Никто. Ладно. Кирилл. Всем пока.